Всем приветики. Я хотел бы вам рассказать, что делать, если вдруг у вас воняют подмышки. К примеру, у меня они когда-то воняли, а теперь уже нет. И что я сделал? На самом деле все очень просто. Нужно их просто побрить. Вот у меня они вот начинают только отрастать. Все дело в том, что как бы у меня я их никогда вообще не брил. И они за всю жизнь так пропитались потом, что от малейшего, когда я вспотею, сразу начинали вонять. Или это, получается, правое воняло так слегка, а вот левое прям сильно воняло. Я прям уж даже не наклонялся вот так вот, а просто в таком состоянии обычном чувствовал запах, как с нее прям воняет, когда вспотеешь. Мылом помоешь, вот как бы. Становится получше, но ненадолго. Чуть малейшее вспотел, все сразу воняет. И что делать? Я просто побрил. Причем нужно побрить два раза, потому что первый раз вы взбриваете. Ну, получается, если вы всю жизнь не брились, ну, а вы же всю жизнь потеете, ну, не всю жизнь, но периодически вы же потеете в течение жизни. И вот волосы пропитываются и воняют. А когда вы их взбриваете, как бы становится получше, но еще не до конца, потому что там же еще и не только волосы, но и кожа, и корни этих волос там тоже потеют и воняют. Ну, в смысле, оно все пропитывается, и даже там в коже корни эти. И когда вы первый раз брили, оно второй раз отрастает, и вот эти кончики, которые были там внутри, тоже воняют. Потом вы еще раз сбриваете, и все. То есть я вот два раза побрил, и стало лучше. Первый раз сбрил, стало меньше вонять, но еще иногда бывало так воняло. Но уже не так неприятно, как после первого раза. А второй раз побрил, все, вонять вообще перестало. Так что мне помогло просто сбрить волосы. Вот. Так что если у вас тоже такая проблема, то попробуйте сбрить. Возможно, вы тоже будете довольны результатом, как и я. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.